Итак, дорогие друзья, всем большой-большой привет! Приглашаю вас на стадион имени Ленина в Хабаровск. Сегодня здесь в рамках 9-го тура первенства Мэлбет первой лиги СКА Хабаровск на своем поле будет принимать Волгарь. Посмотрим, что будет сегодня. Итак, поехали, дорогие друзья. Смирнов. Дальний удар по воротам. Отличный сейв Владимира Сугробова после выстрела с 30 метров. Дальний удар наносил Илья Зуев. Мяч так с небольшим наклевом летел в ворота Сугробова. Но Владимир поймал мяч в нужной точке. Никитин. Передача в центр. Удар по воротам еще. Дуевский. Парирует мяч немножечко коряво, но самое главное не пропустил. В плане обороны у Гелезидинова не всегда получается. Сегодня это второй или третий момент, когда из-под Гелезидинова идет подача. Ну и неплохой дальний удар Рустама Сосранова. Вот справа Мусалов неплохо открывается. Однако Саид Алиев сам идет вперед. Удар по воротам. Адоевский вытаскивает невероятный просто мяч. Из-под ближней девятки одним движением избавился от двух назойливых защитников. Видим, что не успевает никак к мячу Егор Прошкин. И бьет Саид Алиев вообще без помех. Ну, красавец. Гелезидинов. Отдает вперед мяч на Ткачука. Ткачук против Рукаса. Классно разворачивает литовца. Подача следует довольно опасная. Сейчас кика головой. И штанга 1-0. 1-0. Волгарь забивает. Да, гол будет засчитан. И забивается, посмотрите, кто. Кирилл Косарев. Кирилл Косарев отличается. Первый удар был в штангу, но вторым ударом Косарев просто не имел права промахнуться. Это первый гол для Косарева в этом сезоне. Первый гол фактически за два года. Последний раз в первой лиге он забивал в сезоне 21-22. Да, Гелезидинов тоже, кстати, выступал за Тюмень, как и Шакура с Кленкиным. Удар по воротам. Вот эта штанга сейчас была. Штанга спасает ворота СКА Хабаровска. Очень внезапный момент получился. Анисимов на правый фланг. Еще простая передача. Ну-ка. Что тут дальше? Удар по воротам еще. Перекладина спасает. Опять же СКА Хабаровск. Две подряд стойки вручают команду Романа Шаронова. Ну, обычно не забиваешь, не забивают тебе. Такое правило частенько работает. Саид Алиев пытается против двух соперников в одиночку сражаться. Артем Симонян. Наконец-то у него получилась вот эта плеймейкерская прорекающая передача. Так, а что там такое? А там пенальти, похоже. Мусалов класса забежал и заставил сварить на себе защитника. Но по-настоящему голевых моментов у ворота Дольского давненько не возникало. Вот сейчас момент. Алиев 1-1. Саид Алиев забивает гол. Второй гол Алиева. Первый, напомню, был в ворота Тюмени. Ну и такими темпами Саид Алиев совсем скоро догонит свой личный показатель прошлого сезона. Тогда Саид забил 7 мячей. Итак, подача еще одна. Саид Алиев! Нашел свой момент Саид Алиев на дальней штанге в борьбе с Артуром Гелезидиновым. Опять же, не хватило сегодня количества опасных ситуаций у ворот Волгаря. Все вроде неплохо. И ширина атак, и контроль мяча у Хабаровска на уровне, но с моментами беда. Итак, навес справа фланга Суглового. Удар Саида Алиева. Больше похожий даже на скидку на Олега Кожемякина. Адоевский забирает мяч. И все, 1-1 в нашем матче. Это было довольно зрелищно, это было интересно. Но Волгарь со своей выездной игрой набрал очко и прервал серию из поражений в Хабаровске